Первым объектом, который Алексей Волин посетил в республике, стала телевышка радиотелевизионного передающего центра, где и расположен основной центр мультиплексирования 20 федеральных каналов, которые теперь доступны жителям Карачаева-Черкесии в цифровом качестве. За время небольшой экскурсии замминистра осмотрел оборудование, обеспечивающее высокое качество изображения и звука, отметив его соответствие всем нормам и требованиям. Если говорить про Карачаево-Черкесию, то здесь не наблюдалось никакого ажиотажа. В торговых сетях работают горячие линии, имеется достаточное количество волонтеров. Были решены вопросы с немногочисленными семьями, которые находились вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения. И поэтому мы надеемся, что республика выполнила наше главное пожелание, которое мы ставили перед всеми субъектами второго этапа отключения. Провести отключение аналогового вещания федеральных каналов так, чтобы никто этого не заметил. Покрытие цифровым сигналом территории республики составляет 99,8%. Это один из лучших показателей по России. Также в регионе была проведена большая работа по информированию населения о переходе на цифровое телевидение и отключении аналогового вещания. Благодаря чему переход на новый формат прошел в штатном режиме. Как показал анализ звонков наших телезрителей, особого ажиотажа нет. Я вчера была на заседании координационной группы, штаб, который так и называется, который подводил итоги первого дня перехода. Все идет в штатном режиме. Нареканий особых нет. В рамках своего визита Алексей Волин побывал в нескольких отделениях почтовой связи, где жители республики могут приобрести цифровые телевизионные приставки. В разговоре с почтовыми работниками замминистра выяснил, насколько это оборудование востребовано у людей. Для отделения связи оно прошло в штатном режиме, никакого ажиотажа не было и плавно перешло на цифровую. Все отделения связи обеспечены приставками, и они продаются, и покупаемость очень хорошая. Так такого ажиотажа, чтобы эта сама республика перешла плавно на это. Следующим пунктом рабочей поездки стал республиканский колл-центр, оказывающий населению информационную поддержку при переходе на цифру. Эта горячая линия была запущена еще в феврале, чтобы обеспечить техническую возможность переадресации вызовов с региональной линии на федеральную и наоборот. За момент до 15 апреля поступило около 270 звонков, в среднем где-то порядка 9 обращений было. За вчерашний день поступило 119, где-то около 120 звонков. Сегодня до обеда уже было более 50 звонков поступило. Работает одновременно сейчас 6 операторов. В принципе, проблем нет, успеваем, заявки оформляем. Помимо прочего, рабочая группа посетила в Черкесске ряд торговых точек, чтобы сравнить цены на цифровое оборудование и убедиться в его доступности для населения. Я могу только высокую оценку поставить. И горячая линия абсолютно четко справляется со своими функциями. Дозвон производится мгновенно. Все торговые сети полностью обеспечены оборудованием, приставками. И, что важно, по цене меньше 1000 рублей. И это было условие участия сетей с федеральным центром. Также мы сегодня посетили и центральный рынок, где также были представлены приставки, тоже по 1000 рублей, что особо приятно было. Население абсолютно спокойно и нормально настроено на эти перемены, которые в целом ведут к лучшему. Стоит отметить, что для упрощения перехода на цифровое вещание в Карачаево-Черкесии было проведено обучение почти 500 волонтеров, которые оказывали населению помощь в подключении и настройке нового оборудования. При этом адресную помощь получили более 5000 жителей республики. Мадина Лайпанова, Мурат Кочев, Архыз 24.